Всем привет, с вами Ангель Снайк. Мы продолжаем тихоокеанскую кампанию. Ой, жесткий бой сейчас будет, походу. Идет подкрепление японцев прямо на нас. Ну что ж, погнали. Фугасный заряжай. Ой, блядь, оттаскивай. Занять позиции. А, зениточки нагибают. Броневик есть. Сука, развернись, блядь. Бля, что ты смотришь на него? Бронебойку он заряжал, оказывается. Добьемся, бля. Вот. Ох ты, ох ты, ох ты. Кто стреляет? Кто там мне в жопу накинул? Внимание, танк, броневик. Сука, добейте. Еще один. Есть. Все, держим оборону. Надо на фланг. Блять, кто там такой умный? Кто там, блядь, такой умный? Помогите. Слава тебе, Господи, пробили. Фугас заряжай. Не может пробить. Ну ладно. Чуть-чуть дам. Чуть дам вперед. Так, здесь отбиваемся. Пошел мотоцикл. О, бля. Во, здорово. Смотри, сколько всего вкусненького. Давай-ка отвози сначала к нам. Отвозив чай вот этим ребятам. О, бля. Фу, подзаправились под завязочку. Под завязочку, пацаны, подзаправились. Это кто, не снайперы случайно? Так, что, на мотайчике, давай еще сгоняем. Так, танк. Танк в порядке, к бою готов. Но надо добить уже это, то, что там бегают они. Давай из окопа и... Блять. Сука, мотоцикл. Валим отсюда. It,
Блять, еще пиздуют. Зачистить всех, блять, убить. Работаем, работаем. Так, здесь что? Давай. Танк, танк. Танк, танк. Помоги. Закинь. Чтобы прицел-то сбить. Ладно, давай в атаку. Дам свободное перемещение. Ой, нифига их там скопилось. Помогать надо здесь. Просто так не проканает. Давай сбоку. Прикройте. Но близко подходить нельзя. Ой, блядь, минометы. Входим. Уходим, уходим, уходим. Близко подходить нельзя. Минометики. Нас встречает миномет. Блин, а у кого там патроны кончились? Винтовочных нет. Ну, даете. Не, пулеметчик. Пулеметчик не нужен. Надо. Прикрываем. Пока пацаны строят. Быстро. Знал бы уж, я сам построил давно эти защитные укрепления. It,
непонятно, будут ли не будут еще контратаки. Блять, будут. Будут, ребята, будут. Строим, строим. Я так понимаю, эта линия обороны нифига нас не спасет, если мы не будем. Если мы не будем наступать, да? Все есть. Вон они. Блять, ты-то как с этой стороны оказался? Блять. Ты смотришь, вот сюда стреляй. Быстро чинить. Блин, вот петух. Вот пеньки, блядь. У этих патронов нет. Каких нет-то, блядь? Блять, не там воз, сука, дал. Ух. Так, ну а чё, задача-то какая? А, держаться, да? Да, держаться. Держать контратаки. Бля, самолет. Ебать. Охуеть. Блин, ну как бы то ни было, нужен танк. Как бы то ни было, танк-то нужен. Нихера дрянь сбросила все-таки бомбу. Без танка тоскливо. Вот сюда машину переведу. Вот крысы, а. Ах ты, сука, ну как ты смогла, блядь?
Блять, у него зенитка. Ну держись, братва. Есть нахуй. Внимание, танк ползет. Есть, блядь. Танк, ёпта. Фу, пока держимся. Дай-ка фугасницу. Здесь возле этой подбитой машины постоянно гнездятся какие-то черти. Еще танк ползет. Блять. Танк. Нихуя себе. Есть. Разворот. Тут минометчиков можно накрыть. Блин, чуть-чуть надо накрыть. Чуть-чуть надо, чтобы накрыть на самом деле. Блин, вот можно, можно накрыть. Сука. Блять, жалко нету фугаса, блин. Да ёпта. Ладно. Какие патроны кончатся? Стрелковые? Да ни хера себе. Может, у морпеха есть? Нет, ни хера у него нету. Так, а что у нас есть по пулеметам-то? Я вижу просто, что очень много. Что очень много есть у нас. Пулеметных патронов. Автомат, пулемет, вот так уже лучше.
Блять, выкинь винтовку свою, блять. Все, вот теперь нормально. На позицию. Че, ползет тварь? Че, сука, не видишь? Ну, маленькая же дьявольщина ползет. О, крупная хуйня. Держись. Есть, блядь. Ну, повезло просто. Просто повезло. Так, у этих автоматных патронов нет. А что насчет поделиться? Блять, ни у кого нет. Ну давайте быстрее за патронами тогда, что могу сказать. Да, тут, блядь, с патронов еще. С патронами запариться можно еще. Так, ПТ-шка есть. Ну, ПТ-шку не буду я сюда вызывать. Этому пацану надо дать винтовку, что ли. Автомат, блять. Винтовка. Винтовка. Есть патроны просто винтовочные. Винтовка. Во. Есть винтовочный патрон до хера. А, бля, пизжу. Какие винтовочные. Автоматные есть, бля. Ой, блин. Тварь ползет. Фух, он вперед жопы полз. Задание выполнено, отлично. Ага, все. Оборона закончилась, отлично. Теперь осталось нам приготовиться к атаке на гору. Так, посмотрим, что у нас, какие силы. Во-первых, надо очистить нашу территорию. Давай. Сейчас приберем маленько здесь.
надо следить за минометчиками. Помогите. Так, наши здесь отстрелили. Сейчас чуть-чуть зачистим эту зону, посмотрим, что можно выхватить по танкам. Я бы вот эту здоровую дрянь бы выхватил у них. Ёпта, кончились патроны автоматные. Вообще патроны кончились. У этих полно автоматных, но ни хера нету. Так, у этих что осталось? Пулеметные только. Фух. Ладно, пусть здесь пока стоят. Хо, эти вообще все. Все опустошились. Винтовочных нет. Ладно, делаем тогда по-другому. Попробуем сначала подзарядиться от автомобиля. Центр, конечно, придется немножко оставить, но... Сейчас нас тачка перезарядит. Так, у этих есть винтовочная, идет вялая перестрелка. Что? А, Маша с автомобилем-то что у нас? А, бронеавтомобиль развалили. Давай, пацанов, сюда пока бросим. О, отлично. Уходим. Уходим. Фух. Так понимаю, что сейчас они подбегут и... перезарядится. Так, здесь вперед на перезарядку. А вот и пушку бы еще ништяк. Так, сколько там у нее осталось? Видно по машине, сколько у нее боеприпасов. Вон, есть еще. Автоматически она снабжает. Ладно, пулемет-то есть у нас хотя бы? У кого-нибудь. Пулеметные патроны есть, а... О! Пулеметные патроны есть, а пулемета нет. Ох ты, блядь. Вольверин. Может, пулеметиком дать? Где-то должен быть. Вот. Так, блин, давай, бери. Не вредничай. Так, и... вот отсюда забираем патроны. Все. Вот так уже интереснее. Все, ребят, на позицию давайте. Так, с этим закончили. И нам нужно бросить автомобиль на подзарядку пушки. Пушка нам очень сильно помогла. Хорошо, что я догадался мешки вот эти расставить. Это просто шикарно.
Так, здесь пацаны у нас. О, ехать может, отлично. Давай сюда, у нее наверняка есть еще запас. Так, Вульверин. Вульверин вперед, и водитель КамАЗа. Ты что, встал-то? Водитель КамАЗа обратно вернется на свою боевую машину. Просто попросили его. О, пошли фугасики заряжаться. Хорош, не грабьте мне бронеавтомобиль. Он нам еще очень сильно пригодится. Точнее, он нужен нам сейчас, чтобы подзарядить пушку. Во, ББшки пошли. Выкатим сейчас арту. И с нее уже будем рубить минометчиков. Так, я сохранился, продолжаем. Так, пушечка, пушечка. Все, подзарядилось. Ну что, попробуем фугасом. Блять, а фугас-то короче. ББшка 75 миллиметров. Попробуем ББшкой. Блин. Есть еще вариант. Есть еще вариант вызвать снайпера, конечно. Наверное, так и надо сделать. Так. А это что, гильзы, что ли? А, действительно, гильзы валяются. А, прикольно. Так, этих пока сюда. Блин, как я эти мешки догадался сделать, а? Во-первых, у нас здесь вот что стоит. Вот эта вещь. Ух ты, она без людей, а почему? Хо, интересно, а кто их убил? Так, если так... А, вот еще одна. Вот тут нам пригодится снайпер. Сейчас мы его сюда подтянем. Так, кого там валит какого-то хуя? Снайпер нам нужен, чтобы убрать... Чтобы брать расчет зенитки. В таком случае нас уже... Именно с правой стороны ничего не будет смущать. Ну, кроме артиллерии. Вот это тут вообще, конечно, жесть. Что, попробуем, что ли, нажать на кнопку, бля? Самолет что-то сможет сделать? Нет, здесь вот уже... Здесь же нету зенитного этого. Расчета. Так, снайпер тем временем. Сюда. А, вот две, это он бросил две пипки. Бросил две пипки кого-то там. А, сука. Ой-ой-ой-ой. А, повредил эту ПТ-шку. Это ПТ-шка. Убил людей. Ну ладно. Допустим, давай еще разок.
давай сюда кинем. Добивают они самолет, но ничего. Пилота стреляют. Ну вот гаубица, давай посмотрим, как он среагирует. Ой, блядь, ты косой, сука, упырь. Какой же он косой, блядь. Так, снайпер. Ну, давайте. Так, а у этого-то чё? Вот у чё, винтовочных патронов нет? Ну сбегайте пока, патроны же тут должны быть. Вас подменят. А вот, начали набирать, слава богу. Так, ну чё, все, погнали. Пойдем. Насколько он бьет у меня? Так, должен уже бить. Все, стоять. Вырастает куст. Офигенный. О, хо-хо. Вырос куст. Теперь давай свою винтовку. Пробуем убрать расчет. Сука, бронированный. Блять, не пробиваются, блять. Блин. Сука. Может, минометчиков тогда хотя бы. Хотя минометчики не так страшны, как. Минометчик не так страшен, как. Бля. Что ж ты косой-то какой? Как зенитка. Блять, прицелься.
Пулеметчика надо снять. Дабл килл. Так, дабл килл-то понятно. О, бля. Еще кого-нибудь я погрохнуть. Сам сможешь? Так. Что делать с этими? Нет, сидят крепко. Так, давай-ка. Японский морпех. Сейчас, я думаю... Давай-ка сам. Давай-давай-давай. Отлично. За патронами потом сбегаешь. Так, ну пока снайпер работает, надо подумать, как наебнуть зенитную пушку. Танком, что ли, блин? Танком против зенитки идти... Очень неблагодарное занятие. Разве что... Так, у меня фугасы-то есть. Есть фугасы. Но все-таки может танком, только из низины. Вот здесь есть низ. Низинка. Сейчас сюда отъеду. Лови, лови. 18 человек? А, это, блядь. 18 человек убил уже. Да-да-да-да-да-да. Правильно, правильно. Давай-давай. Мы тем временем фугасину зарядим и нырнем вниз. Тут торопиться нельзя. Так, на чем тут... А, работает снайпер. 4, а 4, что он мне пишет? А, нет, блин, это же, блядь, снайпер. Ха-ха, коп очищает, вообще молочек. Блин, что-то я мало снайперов использовал. In
Надо сменить позицию. О! Приятно. 200 патронов, ни хера себе. Все, работай. Блин, неудобно ему. Неудобно ему. Обнаглеть можно. Подожди, а если он возьмет, допустим, это понятно. Нет, не то. А если он возьмет мешки? Ой, блядь. Помочь надо, прикрыть. Лечись. Так, тем временем сохраниться. Самый край. О, опасно. Ходим вниз. Блять. Ох ты, трак сбит, сука. Пиздец. Блин. Блять, добила, сука. Поплачь, поплачь, хули ты. Блять. Блин, а. Вот дрянь. Так, давай посмотрим. С этой стороны, может, достану их. У них как будто бронька там. Так. Так, а это на сколько бьет? Тоже на сотку. Не очень. Не очень слабый, блядь. 120. Ой, блядь. Назад, сука.
Назад развернулась в нашу сторону, тварь. Фуф, повезло. Это просто повезло. Так, ну ладно, надо как-то что-то подумать. Может пехоту бросить, но может возникнуть опасность атаки артиллерии. Ох, в кустах-то их залегло немало так. Так, пока идет перестрелка. Винтовочные патроны кончились. Ёб твою. Ёб твою дивизию. Ну давай сделаем ротацию в конце концов. Так, подожди, а пушка не может нам помочь? Подожди. Сука, насколько ж ты бьешь? Ну, ребята, один фугас у вас есть только. Бля, чё ты упираешься-то, господи. Один выстрел. Есть! Да! Оттаскивай. Фу, блядь. Все, пошел Вольверин, блядь. Пошел Вольверин, пошла пехотка. Работаем. Пацанам дам возможность самостоятельно передвигаться. Так, Вольверин вперед. А пушечка. Пушка. Собираем пушку и ставим ее вот сюда на пригорок. Все, пошло жесткое столкновение.
Гранатная пере... Жесть. Гранаты пошли. Дымовые пошли. Сюда. Вон дрянь ползет. Это жесть. Быстро захватываем. Так, эта вот арта уже пошла. Уезжаем. О, отлично, граната пошла. В окопы. Работаем. А, эти мертвые уже. Пизда. Накрыли. Вперед. Да-да, опасно. Арта хлещет. Сука, Вольверину мою грохнули, что ли? А, нет, здесь она. Вольверин нужен два человека. Блять, а где свободные-то есть, нет? А, миномет там еще, сука. Быстро сюда, двое. Миномет, ай, фугасный снаряд давай. Сука, пулеметчика нет. Так, нам нужны... Да ёб твою мать! Так, нам нужно пройти сюда. Прикрываем, ребят. Ну хули вот вы сидите, пиздец. Я вот балдею с этой, блядь.
Эти бросают гранаты, блядь. Хо. Наши ни хера не бросают. Да, кидает артадис, конечно, конкретно. Так, чё б замутить-то? Бля, идет, ползет. Мне все-таки в окоп надо возвращаться. Так, с этими разобрались. Мне нужно, блядь, гнезда пулеметные попробовать разворошить. Блядь, что, фугасов нет, что ли? Сейчас попробую, пока живая Вольверина. Сука, он еще, блядь. Пиздец, на кончике ножа, блядь. Так, один вроде есть, да? А нет, живой еще, сука. Че, снайпер-то, блядь? Двигатель поврежден. Да. Пока высоту не заберем. Пока высоту не заберем, смысла нет. Так, вперед сюда. Так, здесь пулеметчик. Ползем. Пускай наш отвлекают. Надо убрать, во-первых, пулеметную точку. Корпус поврежден. Пиздец. Жесть, блядь. Так. Ох ты, у меня еще есть отбивается. Танкист отбивается. О, минометы. Подожди-ка, минометики же есть, ёптать.
Ё-моё, а я что-то не доглядел, бля. А нет, пулеметчик на месте. Бля, тоже пулеметчик. Блин. Вот же чё. Богатство-то, блядь. Все, и не стрелять. Так, вы чё? Наши-то, конечно, залегли, но ведь мы можем ведь... Есть один. Бля, танки ползут, ебать. Блять, у нас отбиваться нечем. Хотя пушка есть. Все. Теперь пошло. Раз, два. Фу, блин. Ну вот, с минометами, кажись, должны загнуть этих пиздюков. Так, а вот пулеметчика, наверное... Так, поставлю. Так, что там результаты? Есть один. Второй пошел. Отлично. А то, что здесь какие-то херы бегают, это все херня. Вот сейчас мы бросим сюда пехотки, чтобы они тут прибрались. Все, вот и вся их арта. Только вот не сюда надо. Вот, да, 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 да. Че, все, пацаны, поиграли. Так, у нас с вами остался. Так, гнездо. Три гнезда и потом зачистка побережья. А, еще вот здесь пушка. Давай, давай, давай. Блин, уже серия длится пипец. Давайте... Ох, есть контакт. Давайте на этом серию закончим. А то у меня... А то у нас серия огромная получится. Добьем... О! Добьем япов в небольшой серии в конце. Ну, то есть, еще разок сыграем. Добьем. Вот, а иначе слишком долго. Все, давайте сохраняюсь. Увидимся в следующей серии. Закончим эту миссию. Все, всем пока. Увидимся.